Состояние Грамотеинского футбольного газона, конечно же, оставляет желать лучшего. Именно его качество и стало впоследствии причиной разборок беловских футболистов с арбитром встречи кемеровчанином Владимиром Лапкиным. Но произошло это уже во втором тайме. А до этого на поле шла, в общем-то, относительно равная борьба двух команд. Ленинск-кузнечане больше владели мячом и игру перевели практически на половину соперника. Правда, наносить завершающие удары в сторону ворот беловчан получалось нечасто. Хозяевам оставалось только контратаковать, и их ответы иногда заставляли потрудиться голкипера «Зари» Антона Сипаева. Нулевой результат сохранился до 43-й минуты. Именно в концовке первого тайма атака гостей, в которой поучаствовали и новобранец «Заринцев» Иван Кусакин, и Станислав Гараев, и Василий Коншин, завершилась тем, что на финише Сергей Пушкин сумел дотянуться до мяча. А вот с броском вратарь хозяев опоздал. После смены ворот игра, казалось бы, выровнялась. И вот на 53-й минуте произошло то, о чем мы упомянули в начале сюжета – о качестве поля. Атака правым флангом заканчивалась спасом от Дмитрия Мелехова Ивану Емельянову. Удар у последнего явно не получился, а в итоге оказался результативным. Мяч свечой высоко взлетел вверх и, казалось бы, уже покидал пределы поля. Вратарь-коммунальщик Андрей Подобед просто провожал его взглядом. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Футбольный снаряд парашютом опустился, пусть всего и на несколько сантиметров, но за линию ворот, а ударившись об очередную кочку, вновь вылетел в поле. Это не осталось незамеченным боковым судьей Аркадием Шульцем, и беловчанам вновь пришлось начинать с центра поля. Несомненно, такой сюжет событий не входил в планы коммунальщиков. На какое-то время игра стала нервозной и моментами даже грубой. И все-таки к чести футболистов обеих команд, они сумели совладать с эмоциями и доиграли матч достойно. Порадовать немногочисленных болельщиков забитыми голами могли и те, и другие. Но счет 2-0 в пользу ленинск-кузнечан сохранился до финального свистка. Ответная полуфинальная встреча этих команд состоится 25 августа на стадионе «Шахтер» в Ленинске-Кузнецком.